Вон Танюшечка, вот они думали, а сейчас пойдем перенагружаться нахрен у тебя. Ну все, вот вроде реснички на месте, кстати, я забыл, блядь. Да, ну, все. Слава богу, что не отпали. Татушки, значит, Танюшка, такая бровястая, слава богу, красота. Татушки, ну что, все, вот она перезагрузочка. Вон Танюшечка, вот они думали, а сейчас пойдем перенагружаться нахрен у тебя. С наушничками, блядь, с лосинчиками, блядь, чики-пуки нахуй. Танюшка такая, блядь, скромница нахуй. Помоги там дверь открыть. Вот все. Что? Здравствуйте, Татьяна. Привет. Как у нас настроение? Нормально. Че, будем сегодня брови делать? Да. Ну, блядь, это дико счастливо. Ну все, Андрюшке, помахай руками нахуй. Давай, блядь. Что это такое? Это кровь. Царапает. Царапает нахуй. Васька. Будешь тагета. Да. Все, блядь, ребята, едем нахуй на перезагрузку нахуй. Смотри, не поехали, блядь. Рыжий там, блядь, бородатый. Бородатый усатый Танюшку там, блядь, клеит уже сразу нахуй. А ты какой, блядь, рыжик-пыжик залуп. У меня еще маленькая, я тут круче. Я проспекте, да. Сука, рыжик. Видел мужика, вот, ну, чего такая здоровая борода. Не дают, сука, Таньке разговаривать. Сейчас, это же Танькина серия, это перезагрузка. Нужно Таньке разговаривать, а рыжий, сука, влазит в серию, блядь. Вот так вот, нахуй. Сука, бороду отращивай. Чужой сериал, блядь, лазит, нахуй. У тебя, блядь, все поцарапано. Чего, блядь? Вся шея. А там пишут, наверное, чесотка у рыжего, блядь. А какая чесотка? Грязь. Грязь. От грязи, говорит. Так что, ребята, не чесотка, это от грязи просто. Рыжий, блядь. Полотенце намочил шею, обтёрла, ну, чёрная. А ты готовился сегодня к этой, со встречи с Танюшкой? Обалдеть нужно. Танька, там бульдог нас ждёт уже, блядь. Бульдог, бульдог, дай глоток, нахуй. На том этом месте, на самом, где был. Говорит, Танька, говорит, не забудь, может, ещё кого-нибудь привезти. Бабу, хуя. Так что они, блядь, брови-то накрасят сейчас себе, блядь, офигеют, нахуй. Начнется, ребята, игра на выживание, нахуй. Ну, рыжику-то ему нахуй не надо, да, рыжий скажи? Он, конечно, ему, блядь, выпить, нахуй. А бульдог-то еще может там соседкой, блядь, ревности будет, нахуй. Танечка такая скромная. Видно сразу, ребята, не пила, ждала, блядь. Помните, вы ругали? Типа, Танька, блядь, пьет, могла подержать. Вот и ждала, блядь. Да, Танюшка? Так вот, видите, Танюшка сейчас ответит. Быть честнее, так вчера все равно пила. Пила все равно? Ребят, видите, Танька честная. Так что... Она врать не умеет, ребята. Кто там говорит, что Танюшка врет? Танюшка не врет. А Сережки-то не вставила? Нет. Нет, Сережки все-таки она не вставила. Мне больно, блин, я не могу. Больно ей Сережки носить, больно. Больно. Как Сережки, ребята, оденет, так больно становится. Андрюха, пиздит. Как оденет Сережки, больно становится. Андрюха, она решила без Сережи ходить, да? Нет, мне надо. Колечки надо сделать с медной проволоки. Не ходи. Сейчас. С медной, блядь. Алюминиевые, блядь. Что ты? Не, алюминиевые. Чтоб ты потом снял, блядь, с меня. Видите? Ты что, она за эти Сережки-то, блядь, больше получит. Я еще больнее будет, нахуй. Так что нет, блядь. Ей больно, нахуй. За Танюшкой, блядь. Больно. Что-то Антон себе нас грустный такой, блядь. Хули, ребята, от жвачки-то толку никакого, нахуй. Хули. По зиме, короче, уже. Так бы пивасика, если ночь, ребята, в ночь картошки. Хули делать, блядь. Колечко. Ах, рыжий, так и всю серию, блядь. Про Таньку, блядь, всю серию, блядь, ребята, украдет у Таньки, блядь. Ай, светонос. Везде, во все серии влазит, ребята. До подъезда бегом бежал. За ней пацан, короче, молодой. Про что ты рассказываешь, рыжий? Кольцо с нее хотел сыграть. С кого? Сколько? Я долго бежал. Нихуя себе, блядь. Нет, там рядышком. Рядышком долго бежал, нет, рядышком. Если бы тормоз отскочил. Блядь, сыгр. Ну что ты, Татьяна, как? Готова к бровям сегодня? Да. Может, тебе причесочку какую? А, хуй ты в шапке, в смысле причёску? Ну, вот именно, что в шапке. Сегодня-то, в смысле, да. Ну ладно, что, бровями тогда сегодня ограничимся. Рыжик, ты как? Хочешь, чтобы Танюшка поменялась, нахуй? А? Конечно. Конечно, рыжик. Интриды. Сверху люк, нахуй, сломать ее, бомбанить, нахуй, затащить. Кого ты затащишь ее, блядь, это рыжик, врун, пердун, блядь. Я не лезу. Мне надо, значит, худеть. Нет, ты туда войдешь. Видите, ребят, Танюшка готовится. Говорит, я сейчас похудею, к рыжику в гости залезу. Так же по-пластунски, как я домой захожу. Офигеть! Это рыжик. Сука, это рыжик. Да и хрен с ним, что там грязный.
Отрыжи какой, блядь. Рабочие оденем нахуй. Нахуя? Зачем? Вообще надо так голенькая, пускай голенькая, там она лучше проскользнет. Мылом ее намазать, наверное. Там шампунь есть, шампунь оболью. А что, рыжий, еще шампунь не выпил, что ли? Танька, блядь. Ладно, что, Таньку в гости приглашешь, так ебанете вместе шампунчику. Как шампанское. Нет, я такое еще не пила. Блядь. Еще не пила, так Танька, попьешь, что случилось-то, Танька? Все бывает, когда... Да я шучу, шучу, его нельзя пить. Я что-то как-то помню, проснулся вот на речной бункере. Водогаз такого вообще кошмарного. Ну и я смотрю, это две плохушки стоят. Короче, роняшка, ну еще старая никого. И эти рыжий духи. Пизнул куда духи, блядь. Нахрен, поехало все это хозяйство. Там мужики прятали, наверное, блядь, бомбалюки, а рыжий пришел, блядь, в гости на... Гостевое уебал. Нормально вообще, нахуй, блядь. Бля. Ладно, ребята, что, мы подъехали к салончику, сейчас мы Станюшку пойдем посадим. Сейчас Станюшка будет бровя, блядь, как у Брежнева опять сделаем. Не надо мне, как у Брежнева. Не хочет видеть, как у Брежнева, она говорит, блядь, не люблю нахуй. Я свои такие буду. Ну пошли тогда, Станюшка, блядь, что делать-то, блядь. Рыжий сидит это, с Антоном хоть это разговаривает, а то Антон-то сегодня молчаливый парень, блядь. Что ты будешь? А? А ну заведи это, скорость только бери, заведи. Конечно. Бах, сапоги, блядь, ту-бум, ту-бум, где сапоги взяла? Так, были. Были? Не все, ребят, видите, парикмахерская Лиза. Сейчас спросим. Ну, все, Танюшка, шикар. Все знает нас. Блин, Танюшка, я же двери открываю. Здравствуйте. А мы на брови записывались. Здравствуйте. На да, а на брови. Вы говорите, да. Да. На полчаса, значит, надо сколько будет? На полчаса. А, примет еще. Да, рано еще. Ну, давай садим. Ну, пойдем. Ну, пошли, пока постоишь, что ли? Подождем. Это? Покуришь пока? Да, да, вот. Вот курите. Блин, рыжий паскудник, выходи, сука, из машины. Вот курит, блядь. Я машину только пылесосил, нахуй. Он курит, блядь, паскудник, нахуй. Не ходи, курить будем. Дай рыжий сигаретку, Таньке. Вот, сука, блядь. Сигарету. Вот, сука, рыжий паскудник, нахуй. Курит, блядь. Я прибирался в машине, пылесосили, блядь. Чистили, а это рыжий, сука. Блядь, и только куришь, что ли? Блядь, вот, сука. Два паскудника, нахуй, сидят, блядь. Нихуя себе дома, блядь. Ладно бы я дома, блядь. У меня же, блядь, не дома, нахуй. Рыжий, падла, блядь. Ржет, сука. Ох, блядь, ну все, нахуй, сейчас хули. Что делать, блядь, ребята, как вот дальше жить, блядь? Рыжий, смотрите, охуевает, нахуй. Даже Антоха, блядь, постеснялся, блядь, вышел, нахуй. Топ-донатора даже вышел, блядь. Какого хуя машину заведенно греет? Рыжий курит, да? Бродяга, блядь. Танька, сапоги-то, блядь, вообще. Бля. Да, еще мотоцикл, вперед. Давай, рыжий, вставай, как конек. Она тебя... Игра. Покатаешь Таньку, блядь. Отсюда, не хочешь катать? А вон уже и мастер приехал, тебе да, Танюшка. Да. О, все, Танюшка счастливая, нахуй. Нет, нет. Рыжий, сука, блядь, пепел не урони, блядь, тебя падет, что пепел, нахуй. Я бы тебе сам бы не увидел. Блядь, сам, зачем ты свои-то брови-то нихуя не можешь делать, ёптать. Че я? Под мойку, нахуй. Все, не надо, нахуй, нихуя. Рано. Под мойку это можно тебе. Че, мы ждем тебя уже? Мы ждем? Слушай, Саша, что, надолго это вообще? 40 минут, да? Ну ты мне тоже заранее наберешь, чтобы я это сразу... Ну все, вот эти реснички на месте, кстати, я забыл, блядь. Да. Ну, все. Слава богу, что не отпали. Почему? А сережки-то, блядь, отпали она. Так сережки отпали сразу с удара. А, я еще хотела, что они сережки у меня такие есть, висюлька. Так она, видишь, она боится, говорит, больно, блядь, ей надо. А, мне по 2 часа. 3 дня прошло, и он мне дал, и все. А конечно, что растут, надо все. Так надо, но что-то... Так я боюсь так, мне больно как-то. Вручную. А у тебя с собой сережки-то нет вообще? Да, здесь. Может, попробуешь, да, здесь? Ну попробуй. Нет, что, ничего. Не будет, нет. Ну что, приехали посмотреть, что там с Танюшкой сделали. Сейчас пойдем посмотрим. Танюшка, такая бровястая стала, красота такая. Танюшка, Танюшка. Сережки, говорит, уже опять оно, она будет пробивать, ребята. Уже не стараются. Под тем же можно.
А тем же можно? Пробьем заново. Ну, что, ты себя-то видишь, как в зеркале? Да вижу. Что, нравится? Нравится. Бульдог там вообще, он говорит, Танюшка, видели от Сережки-то вот. Да, не вот. Не продала, она купила новую, наверное. Ну что, говоришь, спасибо? Спасибо. Давай, давайте. Там пойдем, там сейчас ух, что будет, мужики-то делать. Че? Сутки не мочить. Сутки не мочи. Сутки не мочить. Выпить-то можно будет, нет? Ладно, немножко-то выпьем, да? Сегодня праздник там. А? Сегодня праздник. Какой? Как какой? Ты чё? Спасибо. Огромный. Огромный. Так, пойдём. Все, ребят, мы подписывайтесь на канал. Следующее воскресенье будет тоже интересно. Видите, Танечка, мы едем к бульдогу. Пока-пока.